преддверии Дня Великой Победы воспитанники детского сада при поддержке городского филиала партии «Аманат» совершили символический пробег к обелиску славы. Наша съемочная группа также приняла участие в забеге. Уже в 15-й раз воспитанники, родители и воспитатели ясли сада номер 24 являются организаторами и непосредственными участниками пробега, посвященного Дню Победы. По традиции старт мероприятию дают самые маленькие воспитанники, а затем эстафету принимают дети постарше и родители. Дети, вы готовы к пробегу? Да! На старт! Внимание! Марш! Цель нашего пробега – это воспитать у детей, у молодого поколения родителей, любовь к родине, уважение к взрослому поколению. И самое главное – формирование патриотизма как основы национального самосознания и осмысление Великой Победы как значимого события в истории нашей страны. Родители и воспитатели активно поддерживали маленьких участников на всем протяжении маршрута. Многие из них сопровождали детей, помогая сохранить организованность колонны и обеспечивая безопасность мероприятия, которое не только способствовало физической активности детей, но и гордости за историю своей страны. В преддверии 9 мая проводим наш ежегодный марафон с нашей первичной партийной организацией дошкольной. И данные мероприятия посвящены для того, чтобы прививать нашему молодому поколению любовь к родине. Дети исполнили песни военных лет, прочли стихи о мире и героях, почтили минутой молчания солдат, павших на полях сражений, и возложили цветы к подножию обелиска славы. Такие мероприятия играют важную роль в воспитании подрастающего поколения, напоминая о великих подвигах предков и передавая эстафету памяти из поколения в поколение. Валентина Леонова, Евгений Олейник, Иртыш Акпарат.